Сегодня приемная комиссия Казанского национального университета имени Аль-Фараби начала свою работу. Специалисты осуществляют разъяснительную профессиональную ориентацию, консультируют по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Абитуриенты, которые хотят поступить, могут получить подробную информацию в Центре обслуживания студентов Керемет по адресу Аль-Фараби 71/21. Время работы приемной комиссии в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера. Мы, как исследовательский университет, особо заинтересованы в том, чтобы у нас был качественный набор перспективных абитуриентов, которые будут выдавать значительные научные результаты. Но что самое интересное, традиционный тест на готовность к обучению в этом году фактически отменен по всему Казахстану, и я думаю, что это привлечет большее количество абитуриентов на наши образовательные программы. В течение года были отработаны новые образовательные программы с 15 направлений, 45 тех направлений, которые были реализованы по нашим образовательным программам, зарегистрированным в реестре. 106 групп образовательных программ, и, что самое интересное, более 500 образовательных программ по разным направлениям, две из которых наиболее актуальны и новые абсолютно заходят в этом году.